друзья, заглючило. Смотрите-ка. Вот у меня звук сейчас. Ничего, сейчас, как говорится, отглючит у нас. О, нормально. Жива-живёхонька. Ля какая, посмотрите на неё. Неужели она заглючила? О, ну ладно, сейчас попытаемся её починить. Опа, ля, друзья, смотрите-ка. Так, всем снова привет, друзья. Сегодня с вами, как всегда, Егор Теляпро. И сейчас мы по-быстренькому действуем. Здесь у меня на часах уже я выставил таймер на 10 минут, и я готов его начать в любой момент. Потому что сегодня у нас, друзья, нереальный тест. Китайская приставка за 200 рублей, которая была очень много раз бита и об стену, и экраном, и поцарапал ей экран, и в воду ее опускал на минуту, и с ней все в порядке. Вот посмотрите на нее. Вот, друзья, ну в начале ролика вы еще видели там вставочку, но сейчас, друзья, я как можно быстрее ее кладу в воду и, собственно, ставлю таймер на 10 минут. Только сначала я вытащу батарейки, вот видите, тут уже крышка у нее отваливается, потому что я ее кидал много раз в стену, но я ее не от злости, а от того, что просто протестировать хотел. И сейчас, друзья, 10 минут, 1, 2, 3, жму начать, поехали, друзья. Так, друзья, вот последние 10 секунд остаются у нас. Так, 7, 6, 5. Оп, оп, оп. Все. Вытаскиваем нашу приставочку. О, друзья, смотрите, с нее капает. Ладно, сейчас ее высушу и, собственно, включу запись, а то у меня памяти мало. Если что, там даже такая дыра есть, но, к сожалению, я ее не того забыл открыть. Вот эта штучка, и забыл ее открыть. Ладно, сейчас высушу. Ну, я думаю, туда вода по-любому попала. Сейчас высушу и проверим. Хотя, что по-любому, тут щели огромные. Сейчас высушу и проверим, работает она или нет. Погнали. Что ж, друзья, надеюсь, там все просохло. И погнали. Один. Два. Все. Кстати, глядите, тут символы другие, не девятки. Что это? Чего это с ней? Ребят. Что происходит? У нее серые полосы на весь экран, если вы видите. Блин, просто мне плохо видно. Никакие кнопки не работают. Что происходит? Офигеть. Ну-ка, ресет. Друзья, она показывает другие символы. Такое уже было, когда она лагала, когда я долбил по экрану. Она показывала другие символы. Но она работает, только показывает. Чего? Она вела себя совсем по-другому, когда там минуту лежала в воде. Она просто сначала мне включила какой-то раунд, типа стрелялок. Там пол кнопок не работало, а потом у меня черный экран. Вот, просто черный экран, ну как я в начале видео вам показывал. Друзья... Но в прошлый раз вот эта вот та ошибка, которая вот черный экран, она никак, так сказать, не вылечивалась. Я просто ее ночь подержал, и на следующее утро она у меня стала работать, как и прежде. Кстати, эти пузыри на пленке разгладились, заметьте. Вот. Ну, давайте, собственно, этот ролик по-любому уже не выйдет не сегодня. Ну, то есть сегодня, я имею в виду ночью. Поэтому он выйдет завтра утром, друзья. Я сейчас подожду и, собственно, посмотрим, что с ней станет. Для вас это будет
Буквально ничто, а для меня целая ночь. Что ж, я спать. Встретимся утром. О, друзья, это неожиданное включение. Вот она, друзья, моя любимая ошибочка. На 5 секунд появляется черный экран, и все, друзья. Ну-ка, сейчас я попробую ее исправить, как это делал в начале ролика. Ручка была немножко жирная, поэтому взял колпачок от ручки. Друзья, ну-ка, исправится или нет? Вот видите, смотрите. И так же было и в прошлый раз. Все кнопки не работают, кроме ресета. Я нажимаю ресет, вылазит эта ошибка. Ну-ка. Нет. Не хочет. Значит, друзья, что, ждем до утра и давайте, погнали. Всем снова привет, друзья. И прошло около 12 часов или 11. Нет, скорее всего, 11 часов прошло. Ночь прошла, утро наступило. И, друзья, угадайте, что с ней. Вставляем батарейки. Один. Два. Живее, блин, всех живых. Что это такое, друзья? Как она это делает? Я не знаю, как ее сломать, потому что она просто не ломается, друзья. Ну вот вообще никак. Это какая-то, блин, Nokia 3310. Только еще крепче. В общем, друзья, если я ее умудрюсь как-то уничтожить, то это будет в моем инстаграме. Ссылочка на инстаграм, точнее, как он называется, будет в описании. Заходите под видео, смотрите, подписывайтесь на мой инстаграмчик обязательно, там выйдет фотографии и видео того, как я ее смогу уничтожить. Что ж, друзья, с вами был я, Егор Теляпро, и объявление, друзья, если мы набираем, давайте, ну, ради такого, я думаю, мы должны набрать 200 подписчиков, ну ладно, 200, хотя бы, минимум 185 подписчиков мы набираем до конца следующей недели, то есть до субботы следующей недели, и тогда, друзья, я тогда для вас специально попаду в высотку на Красных Воротах. Вот так это вот надо выглядит. Туда обычному человеку ну никак не попасть. Туда можно попасть только очень таким интересным способом. Да, друзья. Потому что там все охраняется, все такое прочее, друзья. Но специально для вас я попаду в эту высотку, если мы набираем 200 подписчиков за неделю. Да, друзья, это много, это да. Но я думаю, ради такой охраняемой территории, вот еще раз покажу вам эту башню. И думаю, ради такого контента, я думаю, мы сможем это сделать. Поэтому каждый из вас, кто смотрит это видео, обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, друзья. Ну что ж, я пошел демонтировать это видео. И всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока!